Ну не поспоришь. Но это же храм красной нити. Не о браке ли он там просит? Что за бред? Господин талантлив и красив. Думаешь, бабу не найдет? Если и просит, то явно о чем-то другом. Пред очами твоими молю об исполнении желания. Прошу даровать мне счастливый брак. Боюсь, нашему господину только брака и не хватает. Сколько уже лет? Он самый завидный жених. Уже 5 лет. Как все видные господа обзавелись женами и наложницами. А я еще в списке ожидания. Смысл быть самым завидным? Ну и что, что жены нет? Мало сюда свататься? Ходят. Никто не мешает передумать. А все императоры свахи. Хоть бы раз сработало. Не хочу просто ждать. Даже если не сработало, всегда найдется кто-то на замену. Отсюда можно и к императорскому двору. За мной вечно кто-то бегает. И всем все нравится. Но в итоге никому не нужен. Меня одного это заботит. Что, прям переживал? Да быть не может. Позавчера он даже монаха пригласил. Решил познать истинное. Есть монахи, что винят во всем злых духов. Если не женюсь в этом году, то не будет в моей жизни надежды. Есть лишь один способ разобраться. Найди столетнее персиковое дерево в счастливый день. Обратись к духу цветов, предложив свою кровь и монеты взамен на удачу. Взамен? Говорите, как какой-то шарлатан. В такое кто-то верит? Я верю. От этого зависит моя жизнь. Прошу о милости. Не откажите в помощи.